мы с нами спас мужчины наши. За кого почитаете вы меня? Я не тот. Но вот идет за мною, у которого я не достоин развязать обувь на ногах. Солдаты лежали между ними на так называемый No Man's Land и человеческой земли, нейтральной поясе. После этого кто-то сказал: знаете, вот мне прислали в пачке из дома рождественский пудинг. Может, он вам подойдет. А немцы сказали: а у нас бочка пива. Может, давайте порадуемся. Ведь Христос родился. Сохраняется память о рождественском перемирии. Может, во сне не такие жальцы, которые отражают еще какие-то рыцарские ценности, христианские ценности. Но с ним начался новый век, страшный и без милосердия. Входите в Дом Божий, который Бог во Иисусе Христе открыл каждому из вас.